Это ковер. О, Дэвид, зайди в игру. Шкаф. Привет, Юля. Привет, ты пьяненький? Пьянь, блядь. Алкаш, я не пьяный, я просто на чиле. Типикал под пивас. На расслабоне я живу. Как мне было страшно с Аделем, ты не представляешь. Чел, блядь, 2к хпс дают. Так, стабильность. Залог успеха, да? Блэкдарк, а ну-ка МК скинь по мне. Ну то куда ты его убрал? Так, Рид, Блэкдарк, заходите. Так, ротацию мне напомните на ретрика, нахуй, я что-то забыл, блядь. 1-1-2-2. Так, на единичке у меня буря, блядь, на двойке удар с Войда Света. Ну, мне больно шутить особо и не надо. У меня есть пара способностей, просто спам все подряд. Правосудие еще надо. Не, короче, ебашь просто от одного до того, сколько кнопок у тебя забинжено, и вот так по кругу. Можешь в другую сторону иногда от скуки. И что, нормально? Где, Никита? Все тут. Роскладка. Что ты не под это, не готов? Что тебе надо? Я морально не готов. А, 3-1. Ну, короче, приоритет правосудию, да? Раньше я запустил. А вот этот Коби не дроу, это кто? Это вар, хуй знает. Ну, блядь, я вижу, что это вар, нахуй. Ну, типа он твинк чей-то или кто? Нет, нет, кто-то новенький. А, понятно. Это новый. Ну, челик мне гайд рассказал, как дамажить, короче, сейчас смотрите, 20к, да? 10 дай хотя бы. Типа, если, ну, типа, если 10, ну, если 15 не дам, нахуй, дальше он хуёвый гайд рассказал. А то если вы нахуй послали рейд, то только, типа, когти оба выключили, да? Кто выключил? А, хуёво. Ну-ка, включите когти, чё за хуйня? Хотя бы на 16% тотем. А энхи не берут, да, этот тотем? Где он там, блядь? Где пусков вкачивается? Я не помню. Я энхом не играл. Дрим в ДД, да?
Да нихуя не поняла, пацаны. Чё с дамагом? 14к дал, нормально? Только, ну, чек не директор, как где-то, скажите, нормально 14к или мало? Да хуя, нахуй. Да хуя? Угу. Что там, покоритель? Что, у меня забагалось что-то? Почему такой маленький ДПС? Ну, 304 тысячи показывает. Кто-то, ну, нет, у меня показывает 309, но почему у каждого такой низкий? Ну, что-то забагалось у тебя. Как у вас показывает? Нахуй ты линкуешь ДПС, когда я разраливаю шмот? Какой ДПС, ничего не поделать. Вон, скрины это сделать. Меня... Скрины, ну, сделать. Так, а что, если последние 10 тысяч, то все, в принципе, логично. Ну, ну, у Рога там логично, блять. Ну, он сказал десятку, я дал, заебись, красавчик. Типа 10, 1, ну, мало. Типа. Не, ну, тут, тут как бы проходной, если общий ДПС учитывать. Ну, без меня, это получается еще 200... Я залью скрин. Не, ну десятку-то он должен давать на всех боссах, наверное, а в манекен больше. Особенно с трэшем. А чё, почему косоки-то? Это к чему вообще? Проходной это ДПС скоро, 12 тысяч хотя бы. Вы нормально вообще играть. Да, Сурак, у тебя столько и, нету, конечно. Идите и ВК, и РБК, блядь. Ну реально. Так, чё там, бесприз 14.7? Ну, а сколько должно быть? Ну, тысяч 20. На ШП? Да. Скажи мне, кто 20. Я? Хуй там плавал. Я тоже что-то 14 даю на ШПшники на своем. Ты знал? Ты знал такого приста? Феникс Сокью. Who is it? Да ладно, что сейчас столько не дадут. Ты что рассказывал? Вы к Фениксу обратитесь. Обратитесь к Фениксу, вам все покажет, все научится. На 50 миллионов. Это вообще не шепошный босс. Вы, да. Вы скрины сделали там для этого? Да, да, я уже занимаю. А, ну все. Почему Северочек? Такой отвратительный ДПС у тех, кто раньше дамажил? Что такое? А у Северочка норм ДПС? Хуйня. Ты ебал в стене? Ой, сори. Я 17 дал, мне похуй. Ты ебать слабо. Там малыш, ты даже близко ко мне не стоишь, малыш. Да там пизда лютая была. Вы сравните прошлые рейды, нахуй. Я сильнее и сильнее становлюсь каждым разом. Вопросы? Заебись, что ты стал с этой с босса прям раздавать удобнее намного. Пошел ты нахуй. Это потому, что я посох новый одел с духом. Как вы все говорите, что говно. А он топ. Че, давайте ебашим, че стоим, блядь. Где все остальные? Так, а у тебя в заметке написано, что ты Дестрик. Демон. Ну, чё? Получается, ты не можешь на Афлика ролиться. Чей ты? Ну, потому что у тебя это успех. Ну чё ж ты, шмотки сквозные между Афликом и Дестриком одинаковые? Хуяли. А какие не одинаковые, скажи мне, пожалуйста. Тринкет. Тринкеты? Наебал, получается? Ты хочешь сказать, что чешка не идет на Дестрика? А чешки сейчас еще нет. Ну, так а какие трини тогда ты на Афликом не хочешь дать? Но ты же говоришь, что тебе долгонок. Ну, так долгонок он и на Дестрика, и на Демона, и на Афлика. Подожди, на Дестрика, Талик и голова. Нет. Да. Нет. Да блять, идите лучше трэш бейте, чё вы хуйню занимаетесь? Мы-то как раз его бьем. А. Я первое место, чё не выбрано. Просто такие. Кто? У вас это. Кто тебе сказал, что долгонок не идёт, блять, до Дестрика? Что это за хуйня, блять? Швепс, это я на арен там гладиатора говорят, или чё? Ну, я вообще не разбираюсь в этой хуйне, чё там на кого идёт. Одел, да и похуй. Ну все три спека долгонку тут. У тебя сапоги сломались. На демона еще ладно, можно подумать, там реально там особо не, его не помутишь. На Дестрика уж точно. Быстрая ротация и скиллы много дамажит. Все подходящее для долгонога. У тебя сапоги сломались. Да не сломались они, желтые. Ну почини. Не починю, меня с уронили. С минуты на минуту. Не держит, да. С минуты на минуту сломаются. Чумная бомба, нахуй, опасная, блядь. Ботинки с тухлого, они на два спека идут. Вообще на любой шмот идет, в принципе, на все спеки идет. Три, в Африке такой нет. Три спека у Лока нужно на три разных ботинка ролить. Угу. Да, реально. Лестните меня, пожалуйста. На демон не с духом, правильно? Угу. Да, да.
Ну, типа, камни вставлять разные там с духом. Ну, куда вы съебались? Ну, резните, ну, пожалуйста. Тысяча СПД баф. Да. Как Soul Leech. Сейчас резко заебал. А, там тут уже резает все, ГЦ. Ой, красавчики, бля, красавчики, бля. Просто немножко отбил. В КС? Можно на замену? Есть замена? Хуйней не занимайтесь. Пиздец. Ох уж эти диваны аналитики. Я на диване, кстати. Ну, Беба, ты видишь, что вся игра против меня. Блять, дежурил на работе, короче, всю ночь кукушка куковала, ебать. Она же на такая, немножко остановилась на минуту такая, типа подзаебалась, и дальше кукует. Ебать, я заебался ее слушать. Вот сейчас так же вы, это как-то кукушка, блядь. Она еще так кукует, ку-ку, ку-ку. И потом как-то двойное ку-ку-ку, блядь. Смешно, пиздец. Я понял. Да, у меня в этот момент что-то в голове. Прям ку-ку у тебя в голове? Да, вообще. Да у меня что-то тоже ёкнуло, я вас слушаю. Это анекдот был про цирк, ебать. Чё за анекдот, давай рассказывай. Да уже рассказывал. Сейчас все охуеют его третий раз уже слушать. Было, было дело, было. Лучше вы рассказывайте, блядь, хули я рассказываю. Я анекдотов не знаю. Так от тебя смешней. Так от тебя смешней. Ну да, блядь, я и слышу в DC, блядь, хохот нахуй безостановочный. О, видишь как? Микрофон не включаем. Видишь как, пошутил, блядь. За шутки вообще ИП надо давать. Ну да, да, потому что так больно. Так что, блядь, поднять настроение рейду — это святое. То у нас тогда стендапы здесь будут постоянные. Ну стендап — это хуйня, не надо нормально шутить без этого говна. Какого? Ну вот, например, я частицу на себя вешу на вонючке, нахуй. Ну это нормальная тема. Это нормальные пацаны так делают, да, все правильно. Встаньте, ну, в одну, да, точку, чтобы свет, символ света небес ебашь. Че, ХПС накручиваешь, да? Да надо как-то, ну. Я понял. Палец, кому он шел? Палец. Это, блядь. Вопрос на засыпку, пока собака легкая, там, блядь. Смотрит кто-то сериал, пацаны, блядь? Беба смотрит. Да. Чё, кому? Сериал «Пацаны» смотришь? Пацанки? Пацаны. Да, пацанки смотрю. Я смотрю, да. Да мне, о, челик пацанка на работе посоветовал, что-то говорит, блядь, говорит, там... Это типы против супергероев, типа, блядь, прикольно. Да, да. Ну чё, прикольно? Да ебать, пидорастия через серию, нахуй. Заебало. Я понял. Мне подходит, в принципе, что-то, нахуй. А ты, короче, отсюда, да? Майси, я жду палец. Типичная американская ебанина, нахуй. А ты русский, да, только сериалы смотришь? Почему нет? Вот из русских чё ты выдвинешь? Блять, я вообще не смотрел ни один русский. Не, если, а если только советские, да, смотрел. Какие советские не смотрел? Ну вот, например, 17 мгновений не смотрел. Универ, например. Универ, новая общага смотрел. Новая общага, да. Не, такую хуйню, не, я не могу такую хуйню смотреть. Ну а старую хотя бы. Ну я и говорю, вот 17 мгновений весны. Охуенный сериал. Да нет, я про старый универ, старая общага. Не, тоже не знаю вообще. Да. Дайте. Нет. А, нет, ничего, ловушка не дайте не пока. Снимаете?
Мажор, физрук, вы чё, блядь, молодёжь. Во-во-во, физрук смотрел, блядь. Это ёбарь. Взрывайте ловушки. Не иду взрывать. Ну, тоже, знаешь, мне первая серия вкатила, остальное хуета какая-то. Нету ловушки. А потом но что-то... Но у пиндосов там все в жопу ебутся, и чё, теперь не смотреть? Да, ну типа противно. Слушай, а за КД не смотрел, что ли ты, Швепс? Чё, за закон каменных джунглей? Да. Красавчик, блядь. Не, мне вообще, на самом деле, русские не так плохо делают. То, что они байтят, это есть нормально. Есть нормально. А главное, что это игра. Русский сериал хороший, единственный, наверное, который я смотрела. Хороший, диспальте, спасибо. А, вампиры средней полосы, вот он четкий. А, я тоже смотрел. Он такой, на любителя. Ну, не на любителя, он такой именно вот на нетфликсовский манер. Ну, да. Ебать, да вы больше меня, наверное, смотрели, блядь, в жизни сериалов, нахуй. Я считаю, ну, блядь, вот взять, например, сериал «Кухня», да? Я его смотрел, когда вот он начинал выходить первые там сезоны, да, первый и второй. Все, потом я хуй забил, потому что, ну, говно, такое говнище. Там только Нагиев тащит и все. Он слабоват, а кто там гей? Нагиев тащит и актерской игрой, а все остальное хуета. Это в физруке. В физруке, ну и в кухне он тоже, блядь. А глаз желтого тигра что? Дайте шкаф. Глаз тигра? Держи, конечно. Глаз желтого тигра. Не смотря. Это про СССР фильм. Как они там пиздили этот. В Калининграде. Нет, это фильм-то современный, просто во времена СССР. Ну да, там во времена СССР. Череп Майси в крест Валентайм. У меня пропала ПС-ка. Адель перезашел. И я Black Dark кидала на сурке. Да, там на сурке. Нет смысла шипы. Да, и вообще шипы не домашние. Мимон в котика. Ну я на синдрете. Да. Спекнулся? Надо. Сейчас масло юзану, секунду. Да. Арислин, подойди ближе под босс. Волк, дай иннер по воле. В меле кто-то, ага. Эх, вот бы друиды еще лапку на босса вешали.
Ебать, охуенно тучка не прожалась. Так у тебя она в КД была? Я знаю. Случайно. Я его увидел. Ой, ебать в рот. Кого-то шапот случайно. Дикий Берни Масси. Реба. Ну что, пиво насосать? Немного. О, пиво. Ты вообще не разговариваешь. Давайте тотем и гимн. Ты микро камина. Заметь, а я не сдох. Вообще не сбегаться. Даже я думал. Юля, кстати, понял, почему ДПС меньше. Ну, почему? Там, чем обычно, ты говоришь, потому что били дольше, потому что есть несколько прям, ну, неудовлетворительных чуваков. Чем больше мощно бьют, тем меньше ДПС, потому что, ну, там гера, типа, все вот это дело. Ну, это не ко всем относится, но... Большинство классов. К большинству, да. Если даже 1-2 человека бьют меньше сильно, допустим, там давали все минимум там 14 тысяч, а тут типа 10, то все, типа, все остальные меньше дадут. Мне просто кровь из глаз, ребята. Я вот смотрю на ДПС, это пиздец. Тебя северок смущает? ДПС 257. Че, Сову хареснули, не? Рид на втором месте, ебать. У нас забавно то, что я в палку даю 10 тысяч анбафом, а тут 9 тысяч под бафами. Вы видели, я на второе место. Брат, может вы где-то что-то не включили, что-то не поставили, какого хуя? АДК нет. По-любому. Да вот по-любому. Где собака зарыта. Он комбат без РПБ, наверное, поэтому и так дает. Да не, просто мы дольше бьем, типа, поэтому у всех ниже ДПС. В смысле, у нас демона нет? Демон есть. Есть демон, спейси. Получается, саунд же делай энха, нахуй, будешь дамажить нормально. Что-то хуёво дамажишь. А демон Барбарос где? Кто б знал, кто б знал. Лобдарк, обновим-ка. То север, не ХГЦ. Пидор, нахуй. Я? 10, короче, нахуй. На эту хуйню. Угу. Эй, зачем ты этот позор заливаешь вообще в Дискорд? Блять, там чё? Кирилл кикнет нахуй. В смысле, он тухлого залил в этот? Удали, да, скриншот. Да. Удали, удали позор. Нас кикнет всех. Удали позор. Кира там самоутверждается за счет наших скринов. Блин, надо какой-то подкручивать ДПС, у меня другой, например. Или там сверху посмотри, нахуй. Что посмотреть? Посмотри, блин. А чё вы... Челик бежит, ебать, с тухлого. Могли бы шкаф ебануть, когда он последнюю шмотку разрали. Ну и ставь шкаф. Да уже он тут, блин. А, точно.
скорее всего. Танки сами разбирайтесь, кто кого. А тотемы будут? Или без них? Тотемы для слабых. Блять, так хочу приход выпить каждый раз, но, блять. Кто-то, видимо, без ДБМа играет. Играет элементаль Акиро. Играет без ДБМа, да, сука? Скачай элементалю свой ДБМ, блядь. Вот тебе все даже говорят. А, Акихиро, вот. Он вот за... Учимся читать прямо в рейде? Довольно сложно читать, когда вы не видишь ник, да? Мама мыла раму, нахуй. Повторяю, ёбаный. Я просто рекаунт не обновил, я думаю, херу мне показывает 9000 DPS. Думаю, ну не могу ж я быть на 16 месте в коте. Пусть знает, на 16 нормально обычно. Вообще не хейчу рида, но, по-моему, лучший таргет для истерии это котик. Раз бы давать энху истерию, где две способности, это физру. А если вы нахуй не знаете, что делает энху истерия, пожалуйста, не открывайте все ротики. Ну скажи нам, чтобы мы знали. Тоже интересно. Че, блядь? Музыкальный рейд надо, да, или чё, блядь? Увлечение физурон на 20%? Я думаю, я бы поменяю. Беба в рейд врывается? Да нет. Сука. Я своё. Ну он там вообще-то очень хотел. Пустите в рейд его, я прошу вас. Ну скажи, погоди, сначала 7000-ник, там Беба. Беба, возьмите Бебу, ну пожалуйста, Бебу. Не, я уже плачу, я уже всё. Эрл, подумай, подумай, там Беба, 15к ДПС. Это очень сильно. Чё? На 7 лямов. На 7? 16,2. РЛ, ты слышишь или нет, РЛ? 8, бля. Ты уже в оморок упасть должен был. Угу. Я уже поменял. РЛ, РЛ, ну ты задумайся. Не подумайте. Нихуя ты пиар-агент. Ну я, конечно, хочу Бебу увидеть в рейде. Не забирай этого большого. Беба, ты уже РЛ успел насолить, ты в курсе? Да, я уже понял. Он тебя игнорирует просто. Какой-то токсик рейд, я не знаю. Что значит ток? Но ток. Нахуй мне РЗ пати кидает. Поймешь. Пошел ты нахуй, черт ебаный, вот там не говорите, берите его нахуй по этой лифте. Говноед, бля. Объект на Африка мне! Ебануться, нихуя. Ты дестрик. Какая шмотка, какая. О, грудак, смотри. Швепс хейтит меня, сука. А вы заметили, выпал и объект, и ботинки, ё-моё, кастеровские. Но я из этого ничего не заберу. Смотри, 11к. Да ну да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать там челики ставят, нихуя. Объект, ебать. Правильно, блядь. Бист Риня, нахуй, чё, блядь. Это говно, блядь. Это бист на Африка. На Африка, ну, дайте, суки. Локи, запустите там ивент. Ну съебите из комнаты, пожалуйста, будьте добры. Валентайн, давай, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Уйди. Жезл, так жезл надо за 26 тысяч забирать с магика. Шарите? Реально за 26 тысяч с магика забирай. Вот на этом КД ушел. За 26 тысяч с магика КД забирать? Да. 26 тысяч ИП. С магика? Да, полтора месяца. Блять, повторите еще кто-нибудь. Чтоб кринж словить. Надо кринж кинга в рейд, чтоб кринж словить. Беба, место для рейда сейчас освободилось, походу. Че там, грудак 10, нахуй? Я, блядь, ненавижу, нахуй, преступность, еб...
Ну это 10, типа, блять. Ты так промахнулся. Ну вообще, он же мужчина, считай. Хочешь так, ботинки тебе стухло продам за 35 миллионов голды? Нет, у меня минус 40% типа будет тогда. Давай за миллиард только голды, ебать. Ну, миллиард готов, в принципе. Миллиард голды. Я их отожму в каре, ой, в этом ЗАЗе бесплатно. Да кого ты отожмешь, я у тебя их спизжу еще раз. Как посох и голову. Нафиг это не идет голова, правильно? Да конечно, да конечно. Че, конечно? Я у тебя спизжу голову. РЛ тебе не отдаст. Ты же сам сказал, я дестрик по мейнспеку, все, отсосатор? Ты афлик, говоришь же. Ты, Дестрик, заметку видел? Вопросы имеются? Да, хульти в афлике. Никакой афлик, я в Дестрике сейчас, смотри внимательно, вопросы? У матросов нет вопросов, ебать. Че в афлике, блядь? Я в Дестрике, сучка. У меня шепсик, как бы посох мой. Ковер, давай трейд. И ботиночки мои, нахуй. Нихуя. Ковер, 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 ковер. Блять, нам еще не падали, блять, ни посох, ни ботиночки, блять, пиздец. Я с чуваками хожу в кару. Короче, у них два зова, две головы, блять, два посоха. Нихуя. Нормально, блять, маска. У них уже фул, у них на второй КД. Либо в центре жрите. У всех. А че, мы Энха берем, кса? Да. Написал ему? Ну, они вроде, да, договорились. Вы потом обсудите, ребята, Даня, заебали. И так напряженка. Сори, сори, сори. Сори, сори. Чё, напряжённый? Готово? Пиздец орёт, конечно. Ёля. А, я, да. Ребятушки, соберитесь, давайте сперва трая. Так, а кто не... Кардадэ, беги, бля, кот. Топать надо. Не пля. Стойте. Да уже нет смысла стопать. Почему вы не бьете, блядь? Мы успели ваши позадотать. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Майся. Пельмени. Изменим. Под зеленого милики. Пельмени, крот. Красный вышел. Пельмени. Пельмени. Беги, малышка, беги!
Меним. Да ёпта, как я их залутал, я ж не стоял там. Жестко. Пельмени. Красный выше. Чё там? Чё? Ничего там. Чё, всё, это секретик. Лол, блядь. Стрим смотрит 10 тел, так. Пельмени. Блядь. Чё, пизда? Пизда. Ну похуй, Герой пошли. Да, ну хуй. Мы с Экрудом. Блин, вот не успел. Жалко, жалко. Мелики, отойдите. Вас там мало, вас ебанет. Герой по зеленому. Стойте кучно. Все, норм, по боссу. Space SS по войне. Пельмени. Плясани или скажи, что... Нить обратно. Ой, дай дерьмочу. Даун. Ребаф. Пельмени. Ты как еблуши, блядь, стоите, встать не нормально. Аж пельмень, его ловить надо. Сада. Дермач, дай Т4. Короче, Арислин, как на Дермаче было 4 стака, ебашишь с него диван, Дермач, максимально быстро скидываешь его. Пельмень, пельмень, пельмень. Гимномана ебаните. Или Иннер. А когда кому? Просто еще попает? Войду. Мешки. Там удал Иннер? Да пох. Уже фул. Добьют, я думаю, да? Угу. Дивили. Ну чё, колба? Да рот ебал нахуй. Блять, какой пояс, блять, я... Ну... Грусти. Кому ничего не надо, можете идти курить. Как только я разролю, я дам перерыв 5 минут. Типа за 40 уйдет этот пояс, я правильно понимаю? Кто пиздел на ШП, блять, вопрос. Пусть на сурке, бля, дамажат всякие нахуй. Да-да-да, молодцы. Ну, вообще, красавчик. В смысле, на профе молодцы. На профе так, вообще лучшие, ебать. ШП получается, что они дамажат, блядь, на самых важных. На синдре, на профе, блядь. Вообще, есть хоть какие-то темы касаемо ШП в Т4? Но это же отвратительно. Да.
Что отвратительно? Отвратительно дамажит ШП. ШП просто да. Он дохуя что дает, блядь. И щитки, и гимны, нахуй, посчитай. Ну и что? Ну все, хватит держаться вот за это. Адель, ты правда думаешь, что я не буду дамажить опять? Не, я тоже бы хотел, чтобы не 20к дамажить. Он про Саурфанга, блядь. Ты такой наивный, это пиздец. Там еще будет хуже. Короче, куранем, а там квест на стену на лану. Не заходите туда, внутрь, если вы меня слышите, блядь. Запретите, пожалуйста, таймер. Нет, я разролю шмот, я сказал, когда разролю. Давайте быстрее. Мимон, ебани 800, все. Да, оно того не стоит. У меня так вот в приоритете. Ретром, ты единственный на мейн, десятка. А в спек похуй максимально. Почему не Ретром? Так, или... с ударениями проблемы, они у меня. Большая разница, просто боссом неправильно называют твой ник. Кто такой боссом? Сука, дай таймер, а ну Христа ради, умоляю, тебя на коленях стою, Никитушка. Спасибо.
Алло. Беба, ты тут, блядь? Беба. Нет, нахуй. К сожалению. Бля. Че ты хочешь? Я думал, вас скоро позвать. Я не пойду, пойду сейчас скоро. Бать, Валера, ты, конечно, время нахуй выбираешь пиздаты. Ну, куча время, блядь. Чё, как, кстати, вчера сходили Грул Магик? Хуёво. Хуёво? Ну там Груль живой есть ещё. Да ну нахуй, реально? Угу. Я с пугами ходил сейчас до рейда. Королей Груля убили, а Магик остался. Ну, 2 часа проебались, блядь. Ну там у Кирилла лагало. Угу. И народу не хватало. Я бы вообще всегда хотел бы, блядь, в 2 целка попадать. Хуй с ним, с этим, с грулем уж, блядь. Я бы тоже хотел, у меня, блядь, не берут, нахуй. А чё, у тебя перс не одетый? Да нет, одетый, нахуй. Просто говорит, иди нахуй. И всё. Mm-hmm. Такой... А, у тебя в первом же был рейди маг. А, ну да, да. А во второй кто у тебя? Какой перс? Рога. А вот этот Беба, который, да? Да. А это, думаю, блядь, у людей, понимаешь, у людей, блядь, ников дохуя, там, Вася, Петя, у меня, нахуй, все ники на войд начинаются, блядь, меня все узнают, нахуй, а я никого не узнаю, нахуй. Пишут с какого-то твинка сотого, нахуй. О, привет, войд, я говорю, ты кто, нахуй? Я просто хуёво, фантазия работает. У меня охуенно работает. А, Войд Фури, чё там у тебя ещё, Войд кто там? Войд хоть кто, блядь. У меня, кстати, тоже все ники на ми начинаются. Войд Фури, Войд Фури. Йонг, Лимон, Минайс. Так, выползайте с АФК. 10 часов. А чё там, Шиша, все ник заняли? Я тебя забрал. Войд Шишка? Не вздумайте, блядь, забирать мой ник. Сейчас посмотрю. Бля, пошёл делать. Блять, чё я написал, нахуй? На этом серве войды, кроме меня, долго не живут, нахуй. Я помню еще, когда Накс открывали, какие-то войды были, маги, блять, писали, ну, в чат. Сейчас их не видно, нахуй. Они все, блять, вымерли, нахуй. А чё там, 2 я у тебя было, или сколько? Как он пишется, блядь? А что, нет, Адель? А кто там уфнулся, не могу уфнуться, не могу. Хант, Лок, кто-нибудь, пульните. А, это без сис. Че, у меня ник хотят. Ну я спиздил его, да. А Дирмич тут просто одного танка может разъебать, мне кажется. Вот тут. Че, он тебе нужен? Вот тут РДДшники, удобное место, вот так спинкой к стене, чтобы этот пидор огненный не откидывал по КД. Удобно прям. Зачем ник у меня? Да я не знаю. Ну я удалил еще кроссов, можешь. Я просто проверял. Можешь занимать.
Ведите, ведите еще. Вы видите уже, когда мы добиваем пачку? Пачку? Пачку, да. Ну нет, видите, когда мы добиваем пачку. Пачку, пачку. Бля, Юля, мы крейзи, да? Угу. Заебал ваш этот элементаль воды, нахуй. Он чё, блядь, то исчез, то появился, блядь. Я на него столько регов уже потратил, блядь. Маги, нахуй. Тут, Даня, иногда рейд заканчивался без 20 час, чтоб ты понимал. Но это прям в худшие времена. Это где? На X2? Вот, нет, здесь, на X4, когда мы только пришли сюда. Ты вот это целкам имеешь в виду? Да. Ну да, надо это, короче, целкам все было запанное, я все верно понимаю? Сурок 127 миллионов? Нет, не все. Было. Только сурок. Вообще все уже было понерфленное, но, допустим, 16 страев на профе, я думаю, помнят все. А, когда Феникс пришел, сгорел. Бля, слава богу, меня не было. Там как бы все горели. Я элементаль опустил, чтобы он... Я не горел, у меня было полностью. Зачем ты опустил? Отзови, я же глазом вожу. Бог. Да давай так в каре заебал. Не, тут лучше не надо. Он нам сегодня весь второй этаж привел. Тут, блядь, на ЕГП может въебать меня нахуй, конкретно. Давай вообще пробежим, блядь, реснемся. Нет, ГП. Как в Зуламане, нахуй. Я в кару сегодня второй этаж весь привел, они охуели там. Мне похуй. Юля, тебя захсапали. Зато быстро почистили, шопс. Рослого застанил. Застанил. Я там так декурсил, нахуй. Беба, подаришь мне сердоликов? Уф, мне бы кто подарил бы сердоликов. Шоу нахуй. Ага. Ага. Окей. Только стрим не ох. Ты после этого в КС даже меня не зови, урод. Чё, пиво БШ кровь забрал, не? Урод. Хоть идите? Веду. Хорош, красавчик, ГЦ. Королева, все для тебя. Это мой друг. Рассветы и туманы. Он с Казахстана. Я посвящаю этот пол тебе, королева. Кто, пиво БШ твой друг? И понимаешь, короче, он сейчас понял, приводит максимально отвратный пол. Я сейчас, я всю пачку веду, нахуй, 6 человек. 6 человек, ну давай законтролим, нахуй. Давайте шаклы, блядь. Да, пока не бегут, выбирай. Контролю. Давай, выбирай. Сдохнем сейчас, ёбаный рот. Бежим. Да не очкуйте вы, ёбся. Казахстанская область, блядь. Чувак, очкуйте все, нормально сейчас все будет. Стандал полетенант. Шаклы, типа, и звучит как шакалы, типа. Там один потный шакл есть. Смотри, сейчас даю это. Не, красавчик, кто законтролил вообще лучше. Я гнев тебе сдал, теперь можно жить. Вот такие очкуны, я в шоке. Массакру дал, короче. Чё лагает-то так, ну? Да я хуй узнал. Сейчас слайдшоу какую-то ебать. Сейчас вот пиво БШ уже минус, нахуй. Там порнуха что ли кого-то идет? Да не стримчик просто. Да. Блять, порнуха. Вот кто-то сзади что-то играет. Играет прям что-то. Эрзо. Даю. Я выключаю? Не. Че это? А че? Ну ты не достоин смотреть. Порнуху, ну-ка включай давай стрим. Я понял, бля. Чтоб я пацаны понял. Хоть, блядь, на Вовке хоть глаза не мозолили, хоть немножко развлеклись, блядь. Что там? Ладно. Или есть еще трэш? Есть еще. Так ну повел, ё-мо, чё? Так я уже привел, блядь, вы че пиздите-то нахуй на северочка? Кого ты там, ё-мо, довёл? Северочек все делает по времени, нахуй. Там уже идет, блядь. Чё, долго привёл? Нет, вот еще последний. Последний пак идет. Пока вы подумали про мобов, я уже их привел. Понимаете? Смотри, сейчас по советнику стан будет, ебать, от холипала. Ой-ой-ой-ой.
Сильно. Еще, еще ходж дайте ему, въебало. Ладно, я шифе даю. Ой-ой-ой-ой. Сейчас смотри, гнев небес просто. Там чип-шот был. А там уже это, там ДР. Ошибка? Что происходит? Там, там ДР уже, да. Там ошибка. Кто ошибся? Ты. Кто? Че мы, это? Мы не ошибаемся. Там чип-шот был. Не было. Было? Я продлил. Нет. Ты прям подал? Неправда. Профы? Или ничего не было? Ты афлик вообще. Ну да. Я афлик с шифе. Там, ну, да, да, дестрики, да, там тонкости есть. Гнев небес, ебать. Шифе там давать. Ты забыл, что я 2-1? У тебя вопросы имеются? Я 2-1, мальчик. У тебя 0 ЕП, ты кто такой? А, все забыл. Я... Сера, можно как-нибудь локо сделать гибридным, нахуй, туда-туда? Только демона вместе это с дестриком. Ну... Да, на прошлом Т4 работало. Нормально. Ты 3000 заплатил за смену? Нет. Блядь, все нахуй, минус 3000. Ну сделайте мне отрицательным ЕП. Че, идем, пацаны, алло? Да, мы. Пиво БШ, ты где, блядь? Пиво БШ, он бежит, он бежит. Он с гранью бежит, ебать, Лану. Он, это Валик, только не с Агри. Все, он добежит, пошли. Чарнец. Волк. Чаржница сейчас покинул. Бля, при АФК челах запускать кивы пиздатые. Да без них убьем, не бля. Да у нас нет никого АФК, вон он уже, все. Да, мне кажется, что 30 минут это мало. Ну да, давай меньше сделаем. Сонжа, Милфхан, Спейси, Твикс. Вы бьете эти кинетики. О, наконец-то я не буду бить кинетики. Боже мой, спасибо. Проебался один, проебались все, как раскол уваров. Все четверо или все РДД? Четверо. Можешь еще раз ники повторить? Сонжа, Спейси, Твикс и Милхант. Все, халява. Танки сами, кто кого. Главное, не откидывайте танка на вихре. Кончены. Так это мы. Кинетика падает на лесенке, не спим. Королева сказала исполнять. Бегом, это ваш генерал. Королева, нахуй? Между прочим, генерал, я генерал. На минуточку. Мой генерал. Да. Пруф. Она приняла Пруф, команду. Открой звание. А, да? Звание ничего не значит. Геру, 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 что будем давать? Что это значит? Генералиссимус. Что надо мощно бить, говорят. Ну да, ты что-то у Швепса дэмэджа нет. Так Швепса нет в рекаунте. Да я вижу. Как ты видишь-то? Ну что не вижу, вижу, что не вижу. Скажи, монитор включил, увидел. Так у тебя там чат просто слишком большой, как ты можешь это видеть? Так он же прозрачный, то все равно можно увидеть. Так маска на все стороны. У меня чат большой. Чисто отмазочек. Темная сфера. Почему пельмень залутал? У меня экран большой. Кинетика падает на... Кинетика на танцполе, алло-алло. О, там агро есть? Алло-алло, хорош свет. Соединение стабильно. Что вы, блядь, разговорчивые какие-то, нахуй. Чё, в КС пойдем, брат? Да, да. Завтра 8 часов утра готов. Опа, полетели. Я понял. Королева, пошли с нами в КС. Ты что хоть? Она там с дигла, блядь, расстреляет вас. Она пиздец, она же генерал, она всем ебала, чистит там. Быстренько, чики-чики. Беба, научишь ее играть? М? Научишь ее играть в КС? Так, а что там сложно? Так она вообще... Мне выпить, ну... Я понял.
Че, сложно в КС? А че Лёха? Че, блин? Тоже не понял. Почему я... чел на варе стоит АФК нахуй? Я сказал не откидывать танк. Это вообще, блядь? Ты понимаешь, что это речь моя? Распознаешь, что я тебе говорю? Чип распознавания речи сломался. Чипированный пацан. Нету стака фабочки, если что. Да, стаки разбалуют. 30 секунд. Если ты отбежишь чуть-чуть. Наверное, они спадут все 30 секунд, да? Чуть-чуть бы еще, я бы с мяча бы разъебал эту кинетику. Просто массакра, блядь. На чили, на распиздоне. Ой, беба-беба. Да ну нахуй. Блядь, выключите стрим, пусть он не видит лут. Да ну нахуй. Беба-беба. Ну и говно, блядь, кто-то вообще носит. Беба, пиздец. Мне так его жалко, пипец. Ты охуел? В смысле это говно? Вообще-то я на своем мутике на XDA ее носил. Да ну нахуй, это говно. Между прочим, кто не знал, это я его на мутике учил играть. Урода нахуй. Это я его учил гибельно скидывать по таймингу. Сука, меня стычки убило. Почему грани у кого нету? Да чего нету? Вон Black Dark 150%. Блять, у меня ноги сломались, сука. А я говорил, починись, блядь. Да, тебе говори. Блять. Вставай. Ой, лол, блядь. Не буду. Ты же ноги новые вырылил. Джифса поставили, ебать. Новые вырылил, одевай новые, похуй. Ну камни дайте, я одену новые. Похуй, ну парни. Хуя себе похуй. Тут когда, можно без камней. Когда что-то ломается, нахуй, новые одевай, нахуй просто и все. Бля, а чё с там чел? Офнут или чё там? Он АФК. Нет у вас там места? Есть. Ча, до синдры дойдём будет. Ресните, пожалуйста. Да, видимо, нет у нас. Ресните. Нет, пока нет у нас. Так хера ресы. Блин, это... почему не один этот шаман ресает? Никто больше, королева. Я чё по-твоему делаю сейчас? Ты не меня резала. Ну я Кихера резала. Ну это понятно. Я резко все равно войду. Меня один шаман любит, я уже понял, блядь. Сейчас они сдохнут, нахуй. Да вдруг он только из своего долга, то что он шаман да, резает. Гнев небес просто, смотри, спасение, нахуй. Мне еще и Милфхантер Джифса поставил отдельно, вы понимаете? Блять, ну... Мои. Эрзо. Эрзо, тут, блядь, чё ты хочешь, нахуй? Иди нахуй. Пошёл ты сам, нахуй. Эрзо, почему ты не в рейде? Потому что я в первый выход, блядь. What the fuck? Угу. Кто тебе бича в первый взял, ёпта? Кирилл. Чё, там ДПС не больше десятки, наверное, да? Ну, один спал взял, и теперь я на виде. Сколько там сауров у тебя выпукал ты? Сколько? Реслина, хильте. Там ёбнутые цифры. Ну у меня, блядь, не шеи, нахуй. Ой, Тринка есть, кольца нету, блядь, тебе. Я говорю, вы не поймете. У тебя только 4-4? Нет, 4-4. Только 2. Понятно. Ну лох. Какой тебе на первый раунд? Даже 4-4 нет, блядь. Да. Нахуй вы Валеру душите, ребята. Валер, прости. Они хуй плет, ее потом будет. Да, Валер, чё? Минус ЕП, да? Ну кроме бебы себе, ладно. А, ну. Видали, да? Это наш. Вера, вообще завязывай с этими плохими мальчиками общаться. Тебе приказывает королева. Да не хороший. Валер, чё, всё, мы расстаёмся, тебе королева приказала. Слушай, королева говорила, госпожа Ник занят, да? Да, к сожалению. Все эти ЧСВшные заняты. Я, кстати, занял. Ну, хорошо, что у меня есть вар, госпожа, я тебе отдам счастлив. Серьезно? Нет, было бы круто, но нет. У меня есть. Нет, я почему знаю, потому что когда, видимо, X4 админы открыли, админы сразу заняли эти ники. Сейчас их продают. Я же королеву купила, я же его не заняла, да. Написала, ну, то есть там есть заявка, типа, на ники, понравившиеся. За сколько купила? Да дешево. Так а почему ты решила, что админов их заняли? Они же не так продают. Ты имеешь в виду? Не, я более чем уверена, что это именно админы заняли.
Ну, типа, чар год на него не заходили, вар первого левела, королева. Ну, так они же не занимают ника, они просто персонаж там в базе нет, делают. Нет, я все равно думаю, что это админы, мне почему-то кажется. Вот ты вот типа, за бонусы через форум, да, покупала? Ну да, да, я просто бонусы закинула, они их сняли и все. Сколько? Они просто с базы персонажа удаляют, так-то я думаю, это не они. Хотя хз, на самом деле. Может, типа бабки быть. Зарабатывают, потому Юль, что... Юль, не скажи, сколько? Да косарь! Да. Чё, косарь за какую-то ника босса? Это 10 адриков, ты чё? Ну, Юля, кстати, очень чё? Дёшево. 10 адриков, ты чё? Я вообще думала больше. Так 10 адриков может сердце остановиться, а от королевы не может. Да мне... Ладно, промолчу. Не знаю, почему. Вот укусы, попробуй тебе забраться. Закрой ебало, нахуй ты со мной разговариваешь. Прости. Первый укус ловит Black Dark. Если первый укус ловит не Black Dark, вы пытаетесь заруинить рейд. Вопросы? Нет вопросов. Напулим на него, и он поймает укус. Орал, ты крутой. Все на пулы на Дирмыча. Дайте кто-то саппорт, пацаны. Престабав дайте. Войду саппорту-то дайте, с ГБ там и сесть. Ты что-то опасный ага. Ты меня дважды назвал? Слабый саппортом, рофл. Суета, амин. Тебя... Это Мимон, котик. Рид, тебя последний... это, в последней строчке же кусают, разве нет? Ну, блядь, дважды. Рид, окей, Рид. Ну, я игру. Окей, аки укусишь этого. Вары из второго пати, я ебал этот ник читать. Войд, давай трейд на саппорт. А ты рогу написал? Рид, ты. Или там рифт у него как-то пишется. Может, котик вара кусает со второго пати, правильно? А, нет, тебя кусают последним. Разве нет? Да. Кот, тебя кусают последним. После этих укусов Гера и мы убиваем босса. А, все окей. Ну, то есть я никого не кусаю. Нет. Айки, ты кусаешь этого Коби последним укусом, если че. Мне Коби укусит, да? Мне это кому? На Кихира. Последний укус кусаешь Коби. Тени. Дикий, давай я инер повойду. Тени, дикий. Тени под фил. Коби. Найс, насрал, кстати. Я первая на хп даю. Массия, Берни, Дикого Волка. Берри.
подвиньте ее или милики, стойте нормально. Тени. Мемо. А есть истерия под берсом? Я чё-то нихуя не понял. Чего-чего? Почему я укушен? Не знаю. Но я вижу, типа, Фир укушен. Адель, гимнах и подай. Кто меня укусил? Почему Коби укушен, блядь? Сука. Пиздец. Геру. Я укусили. Конченая, что ли? Придали. Я не нашел кого укусить. Да и так. Ферти. Ковер, косил, блядь. Прикольно, меня так никто не укусил. Тринку забыл еще переодеть. Да. И еще ты второй потерял. Кто укусил меня на третий укус? Мой козел. Потому что ты меня заставляешь нервничать. Блэк, а ты куда? Блэк, а почему ты меня укусил? Почему? Мискликнул, скажи. Кто тебя укусил? Скажи, прокатит, мискликнул, ебать. Скажи, мышка сломалась. Села мышка на батарейке. Прокатит. Его это кого? Давай так, кого ты искал? Скажи, искал, кого бог пошлет, ебать. Но мы про одного и того же быста думаем, да ведь? Это я кто в фрейме, да? Стоял, если что. Специально подошел в твой фрейм. Прям в тебе. Интересно, сколько людей в рейде без рейд-фреймов, нахуй? Да, прям в тебе. Северморос без рейд-фреймов. Ладно, ну, допустим. Один человек. Разобрались. Блэкдарк укусил меня. Хуй с ним. Кто укусил Коби на третий укус? Деба. Почему, Аки, ты укусил его? Я же сказал, на последний. Ну, пацаны, наверное, тени выносили, что-нибудь пак, там куда-нибудь бегали, ебать, укусили побыстрее, чтобы передать, наверное. Скилл. Раз уж тут викторина, меня кто укусил? Я? Потому что я ебал кого, кто кого там укусит. Ладно, все спокойно, мальчики. Убили Лану, значит, заебись. Кажется, как мы раскусали, если мы Лану убили. Не, ну, ну в ХМ-то это будет важно. В ХМ это был бы вайп. ХМ Кирилл сразу, нахуй, пол ГП вам срежет, ЕП точнее, и все. И на этом проблем больше не будет. Бля, давайте быстрее со своими по 50, по 10 добавляете. Ебани 400 и все. Ладно. В
Самые полезные челики в рейде забирают шмот за 10. Да, Юля? Чё, а я не слежу за лутом, мне тут нахуй ничего не надо. Вот я и говорю, за 10 все забрала, блядь. Я вообще ничего не роллю, я даже не вижу, что в луте. Королева, это не по-генеральски. Как это? Наоборот. Челядь пока одевается, я уже одетая. Точно. Лучше бы раздетая. Вот шварц лишь одно. Это у тебя, да, шварц там сзади порнуха шла? Нет, нет. Врёшь, сука, врёшь. У меня, у меня, у меня. Я Юльке скинул. Решил, да, пока жены нету, нахуй, быстренько чики-чики. Я понял. Слушай, я ж не на Африке играю, чтобы чики-чики еще успевать. Ну, успокойся, мальчик. Ты Африков давай не оскорбляй, не нормально ДПС, скоро реворк. Они убить эту повелительницу льда, например. Блять, Блэк такой хороший парень и так много ГП лутает. А Севермурс случайно не влетел там ГП? Нет, ты плохой мальчик. А, так мне, мне минусовать нечего, мне похуй. Вот это и хорошо. Я видел, что он королеву укусил. Майнгеймсы просто. Похуй, минусуйте, у меня нечего. Довольный, блядь. Дикий Дейнер. Конечно, я довольный. Ботинки за 10 тысяч бисовые забрать, это же вообще дешевка. Не, ну да, это да. Это да вообще не супер. Не. Я специально не стал перебивать, думаю, ладно, чтобы ты обрадовался. Я еще и печеньку забрал в Каражане. Блять, скоро такой афлик будет. Дикий, повой, да и бани Инера. Черный пидор. Ну хоть ты там одет твой. Ты спайси. Че говоришь, Юля? Королева. Королева, тебе нравится мой афлик, честно? Я без ума от твоего афлика. Да. Юль. А. Он же не понял. Твой афлик — это все, что мне нужно, да? Скажи так. Да я понял, я понял. Но за это могу поясок боешься тебе отдать. 12 тысяч на аукционе. Бесплатно отдаешь, да? Ну все, давай. Дай мне, бля. Да пошел ты нахуй, за что тебе давать? Мне расу надо. Да мне как-то не буду говорить. Ты шамана качнул? Обещал, Ари, парень со мной? Качнул? Ну, я хочу расу сначала. Ну, я все понял. Иди уже, блядь. Че хочешь, делай уже, все. Я уже не буду в Warcraft играть в следующем сезоне. О, тебе это осталось, ноги боишь? Какие ноги? Наршан. Боже, блядь, вагоны. Че бы они остались, я их продал давно уже. Долбою. Это по минус 200? Ебать, вы, мужики, сдохли все. Ну идите пешком, наверное, или чё? Аделя, ты тебе так повезло, или ты с шопа взял некоторые шмотки? Ты ему повезло, он не разговаривает. В смысле, вообще он не мой, конечно? А долгонога... В шопе? Тоже выбил. В секс-шопе? В секс-шопе? Блять, сорву. Фу, блять. Красава рыслю. Офигеть. Не, нам только по губам пока что заломали. Дурачкам везет просто. Че, да. Шварц, может добазаришь, что следующий долговок тоже паролем? Хуй тебе. Почему? Дестрик. И че на десерт? Мне надо, мне надо. Блять, вот Швемс пиздится на меня, пиздит. Сука, это, блять, дайте маны нахуй, какой-то инер. Ну все, сдох нахуй. Это он в зубках. Короче, хильте. Это народ, я даже развернуться не успел от вихря этого. Хильте, блять. Я вообще не подхожу, потому что хилл нахуй дохло какие-то сегодня. Да надо частицы. Надо частицы. Нет, нечего, так и есть. Хилы что, блядь, на леди сдох, просто, блядь, сметку вынес, нахуй, ни человека не прохилил. Это не на леди, это на трэш. Это на трэш. Два с половиной хила хилит, нахуй, все остальные делают, хуй знает. Да, слакают. Валитав, сейчас на него стою, смотрю, блядь, просто, блядь, кинул омоложение, дальше ты это фокас. Кинул омоложение, я... дальше ты это фокас. Я дохлый, сори. Нахуй вред тогда идешь, блядь. Бывает. Господи. Какой сегодня редега злой, что случилось? Не
знаю. Ты чё злой такой сегодня, Редега? Всё, в тильте. Ты в муте, да, он. Это пиздец. Меня уже замутали, я в ахуе. Кого замутали? Меня кого, блядь? Так тебя вроде шеф нормально, я там в каре нахуй себя проявил, блядь. Меня в статик возьму? Нет, ты слабенький. Я понял. А, чё сказать хотел, шеф? Мне, кстати, сегодня Антеди писал. Чё писал? Говорит, вы ж там хотели энха, могу за энха зайти, 8.5 жму. Я говорю, окей. Напишу обязательно тебе. Жмёт, ебать. Не, они такие себе, но в принципе может ходить. Ну, в смысле, пуясик нормальный? Нет, он плохо играет на энхе. Это чё там? Что там? Не, как чувак, он нормальный, но как игрок слабый. Бля, чё там за даун у меня на малче орал? Угу. Это кто был? Я не знаю, кто это был, кстати. А если я краба запомнить цель нажму, я в портал зайду, он не сбросится, запомненная цель? Нет? Ну, вот если, допустим, на вальку накидываешь, то сбрасывается, поэтому полагаю, что на краба тоже. Угу. Ладно. Это там новенький какой-то чувак на тебя орал. Ну, блядь, типа уродно. Ну, кстати, фласки закончились, а будут новые фласки выдавать, королева? Ну чё, да? Нет. Ну, давайте после этого босса дашь фласку, да? Я перед синдроидом. Хорошо. Реально же еще 10 траев синдры, так что фласку позже выпить. Плюнь. Блять, я краба потерял. Ну, он под боссом стоит, квадрат на нем. А, все, видно. Да если сейчас кинжал упадет, я в ахуе буду. Просто вырубите стрим на лут. Не надо. Деба, ради тебя не выключу. Все для тебя, брат. Я буду злой, прям уф, нахуй. Ну че, мы потом в кэску пойдем, раздуплишься. Мне сегодня в каре понравился вот этот вот шаман. Он прям вообще знатно ебашил. Так вот он и орал на небо, по-моему. Ну, наверное, да. Какой шаман? Он шарил, который сначала лемил, потом хилил. Вот это прям ёбрь был. Пиздец, шаманы в Т4 хилят, я ебал, блядь. Нахуй вообще другие спеки, да. Если шаман и АУЕ, и, блядь, ну, в десятке. И АУЕ, блядь, может, и соло таргет. Блядь, я, кстати, нормально там декурсил, я не знаю, что он ебал открыл. Рид парируй. Ты сейчас рида разозлишь, нахуй, он тебе ебало отнесет. Просто там пиздец. На арене выскочит с тобой, блядь, быстро тебя за энха раз, чё пуликает. С кем там арене, Швепс? Да ни с кем, тут на Х4 уже не арене. Ну ладно, арене с кем в сетапе? С Рогой. Ой, блядь. Как же хикфай. Тебя вынесет соло просто, Редега. Волков вызовет, они тебя схавают. Ой. Ой, кто это? Редега? Ты не знаешь, кто это? Строго выйдут, блядь, шопсику ебало сломают, нахуй. Редега, я удивлен. Не знаю, я Редега убивал когда-то, когда был еще не в этой гильдии. Да ну нахуй. Так же летим, блядь, там. С другой... Меня чуть не схавали его волки, обоссаны. Пруфа есть, блядь? А чего ты взял, что ли? На стриме, я не чекнут, я не помню, какой стрим это был. У него стримов слишком много. Пруфов нет, да? Ну это было пару недель назад, типа до того, как я сейчас в гильду вступил. Нету пруфов. Соси письма. Ну ты заебал от меня бегать по всем нахуй водам, блядь, нахуй, горам, блядь, туда-сюда от меня. Нет, это был... Я просто, наверное, свободен сидел. Это был другой Макс. Это за Никси. Это чё, БГ гейминг? ВПВП гейминг. Да ну на. Редега всё помнит, как его фармили. Я думаю, скоро опять начать фармить людей. Редега лучше, приоритетом. В ретенхе? Ты волки, да капец. Да вообще что-то думал, что не так мало дамажит, тут ее меня чуть в лицо не сломали. Ну если бы Беба вышел против Редеги, он бы одному волку сап, второму блайнд открыл. Ну так это нормальная тема. Ну не сап, конечно. Сапнуть нельзя. Да я образно. Не, ну кстати, ну вот бить волков вообще нормальная тема, каждый раз так делаю. Где ты что там бьешь на шею пошутя? А в дотал берешь, все. Берешь и ебешь волков и убегаешь. А в дотал просто, да, и не, пожалуйста, не убивайте быстро жирного, я финду отдам. Хорошо. Все, ноль дамага пожар. Все дамаж большого в толстом, все. Суки. Хаспоты выдали, вдарили в него. Верно. Спасибо. Че, с портала выходит и заливаем?
Деба, смотри, сейчас нахилю я дуру. Да ну нахуй, сколько? Нормально? Тридцатку нахуй. Вау! Ебать, ракета может критануть? Угу. Охуеть. А почему он на урон не критует? Не знаю. Бля, на экзак, кстати, сколько ракеты било, нахуй? По сотке? Да нет, ты 60, наверное. Я просто не играл за гоблина, но у меня там что-то горели еще ебнутые ракеты. 40-50 тысяч. Нормально. Нет, это мало. Я в демоне по 50 у меня ракета сносит. Ну вот я на варе, у меня... 40. Ну на варе, так на СПДшнике там X4 модификатор идет. Не? Ну что там, пробиватель, да, бля? Смотрим внимательно, да-да-да-да. А, два пробивателя. Да-да-да-да. Ой, салам алейкум. Ладно. Какое-то говнище опять падает, ему. Что там? О, топ-ноги. Залупа ебаная. Почему хотя бы плащ от него выпал? Беба-беба. Покажи Рина. Ридику? Ага. Этого бис? Охуеть. Да я сам ахуй, если честно. Не, на мужике, конечно, играть это не очень, но так вообще пойдет. Ну, плащик, конечно, поменять бы ему. Плащик... Это вы за что, за кого? За Энха. Ебать, накидочка, mm-hmm. Прям в трансик. Бога-рога. Парашют не раскрылся. Беба-беба. Когда уже хэмку открою, блядь, я так хочу посох этот залутать, ебейший. Да, какой? Какой тебе?